Привет, друзья! С вами Маргарита, и сегодня я хочу показать вам свою покупку чипборда от производителя Laser Scrub. Сделала я покупку еще в декабре, но все никак не было времени показать, поэтому часть я уже использовала в работах, и сегодня, значит, буду для вас показывать в новом формате, так как я использую этот чипборд в своих работах. Вот, для меня must-have – это циферблаты, надписи, двери, окна. И это как раз покупка состояла из таких вещей. Начну с надписей. Вот я заказала две палетки, два набора вот таких вот надписей. Видите, Dream уже ушла, и остальные надписи ушли. Сейчас я покажу, куда они ушли. Вот. Такие вот домики я делала для Craft O'Clock. Здесь надпись Love, вы видите. Хорошо себя чувствует. Вот этот холстик с надписью Happy. Здесь вот у меня надпись Dream, покрытый эмбоссингом. И циферблат тоже покрыт эмбоссингом. В этом холстике сразу две надписи. Enjoy moment. И рамочка, вот такая вот винтажная рамочка чип. Здесь все покрыто акриловыми красками. И вот такая вот еще надпись у меня. Dream come true. И окошко. Здесь все покрыто эмбоссингом. Вот. Оставшиеся мои надписи. Вот еще одна Dreams Come True. И Happy New Year. Две штучки. Новый год прошел, но оставлю на следующий раз. Может быть, буду использовать в каких-нибудь открытках поздравительных. Вот. Двери, окна. Вот, заказала несколько таких дверик. Вот тоже еще один домик у меня для крафта клока. Здесь я одни двери уже использовала на фоне. Вот такие вот двери. Вот с подложкой здесь даже можно сделать открывающиеся. Такой вот чип. Вот такие двери. Такое вот интересное окно. Это мне положили бонус, такие вот механические птицы, насекомые. И циферблаты. Вот такой вот наборчик был. Один циферблат у меня уже ушел. Вот здесь вот он использовал я на фоне. Вот остались стрелочки и маленький циферблат. И вот такой вот набор циферблатов большого размера. Этот самый большой 30 на 30. Ну и дальше пошли меньшего размера. Вот средний я использовала здесь. А также фонарики, рамочки и окна у меня. Вот такие вот красивые фонарики. Рамки. Тоже взяла несколько штучек. Одну уже показывала, да, что использовала. И окошки. Вот окошки склеиваются. И получается вот такая вот конструкция с открывающимися ставнями. Вот такая вот покупка у меня была. Я надеюсь, вам интересно было посмотреть, как я использую чип в работах. Вот от себя рекомендую чиповые надписи. Они всегда интересно дополняют работу и задают ей какой-то финальный штрих. А на этом сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.